Рождество Пресвятой Богородицы – это другая прочистая. Этот день является символом нового церковного года. Возле рождения девчонки, которая позднее станет Богородицей, неколи началась история нового заповета. У гонор этой подеи сегодня раницы во всех девичьих храмах Гомельской области прошли святочные набоженства. Сегодня очень большая праздничная служба. Рождество Божьей Матери – очень большое событие. Радостное настроение, праздник, праздничное настроение. Приходим часто. Как бы стараемся причастить детей. Ну, у меня просто двое детей. Естественно, надо молиться, чтобы молитва помогала дальше жить и очищаться. Сёлета у день Рождества Богородицы по всей области проходит буйная доброчинная акция. По благословению епископа Гомельского и Жлобинского Стефана во всех храмах епархии обвешаны сбор ахвирования на лечение трехгодовой девчонки Киры Куруленко. 3 месяца тому врачи поставили диагноз нейробластома. Иншими словами, высокая злоякостная пухлина. Хвороба уже на 4-й стадии. Девчонка прошла 2 курса химиотерапии. На переде еще 4. Необходна операция по выдалению пухлины и пересадке стволовых клеток. Ключным этапом повинна стать иммунотерапия, якая дозволит снизить риск появления рецидиву. Одна из израильских клиник готова принять маленькую пациентку, однако кошт лечения – $250 000. На данный момент собранная только 1/9 этой суммы. Уже у нас в епархии стало такой доброй традицией вот в 20-е праздники собирать денежные средства на лечение детей. Это уже будет 3-й ребенок, которому мы помогаем. То есть все деньги, которые будут собраны, пожертвованы прихожанами, будут перечислены на благотворительный счет и пойдут на оплату лечения этой девочки. Допомогши дитяти может каждый, не только сегодня. Даденные обрахунку, на які можно ахвировать гроши, зараз позначены на ваших телеэкранах. А кроме того, можно перелечить сродки, пополнивши рахунок мобильного телефона 8-033-902-22-66. Ганна Ковалева, Игорь Марищенко, телерадо, компания «Гомель».